Добрый день, уважаемые слушатели. Так, сегодня у нас проходит вебинар от компании Экосервис. Меня зовут Веретенников Алексей, я руководитель отдела продаж компании. Сегодня у нас тема вебинара ЕНВД отменяется. Разбираем пошагово, что делать. Да, всем уже давно не секрет, давно идут слухи. Планировали еще в прошлом году отмену ЕНВД. Но сейчас, получается, время подошло окончательно, с 1 января 2021 года. Самое крупное изменение, которое сейчас касаемо бизнеса в сфере контрольно-кассовой техники и вообще всех новых изменений, это 2021 года ЕНВД отменяется. Давайте сейчас разберем в итоге, что же делать, куда бежать и какие изменения требуется сделать, сколько работы требуется произвести каждому предпринимателю. Итак, двигаемся. Буквально вкратце план вебинара. Соответственно, рассмотрим, что нужно сделать, как перейти, какую выбрать систему налогообложения и в какие сроки это нужно сделать. Потребуется ли вам менять ФН, когда перерегистрировать кассу, как гарантированно избежать ошибок, какие решения вам могут потребоваться после перехода на другую систему налогообложения. Вкратце постараюсь рассказать, не буду уходить более подробно про каждую систему налогообложения. У нас под видео будут ссылки, прошу каждого внимательно посмотреть, там ссылки будут на заявления, ссылки на калькуляторы полностью, да, там и на наши услуги, все будет приложено к видео. Итак, начинаем, да. Соответственно, с 1 января 2021 года ЕНВД отменится полностью. Это у нас отражено уже законом. Закон здесь представлен. Это закон номер 97, федеральный закон 29.06.2012. Вышла поправка в части 8, в которой это прописано и сказано. Также Минфин подтверждает, да, что планируется продление действия спецрежимов. И дальше по ним тоже дополнительно расскажу. Здесь отдельные письма тоже указаны, в каком законе это можно посмотреть. Еще раз напоминаю, данная презентация будет приложена, да, то есть ей можно будет воспользоваться, индивидуально еще раз быстро пролистать, посмотреть. Так, ну что, используйте ЕНВД. Не забудьте перейти на альтернативный налоговый режим до конца 2020 года. С 1 января, еще раз говорю, отменяется. Предприниматели должны будут выбрать, на какую другую систему налогообложения перейти. Еще раз самое важное, если вы вовремя не перейдете, налоговая вас по умолчанию переведет на общую систему налогообложения. Я думаю, каждый из предпринимателей понимает, над чем это грозит и на что это влияет. Итак, выберите налоговый режим до конца года. Да? Но сейчас у нас числятся следующие режимы налогообложения. Да? Это единый сельскохозяйственный налог, налог на профессиональный доход, патентная система налогообложения и упрощенная система налогообложения. Также, конечно, здесь не отражена еще общая система налогообложения. Все данные системы налогообложения имеют право быть в момент ухода с ЕНВД. Поэтому давайте все-таки определимся, да, на какую все-таки систему налогообложения перейти. Значит, что, во-первых, надо будет сделать и в какие сроки? Снять с учета с организации индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете налоговых органов в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будут осуществлены автоматически, в автоматическом режиме. То есть, соответственно, если же вы вовремя не перейдете с ЕНВД, вас автоматически перенесут на общую систему налогообложения. Что сделать и как правильно перейти сейчас? В вашем случае, да, то есть первое, нужно обязательно сейчас до 17.12 подать заявление на патентную систему, если вы хотите перейти на нее. Выбор, конечно же, здесь зависит полностью от вас. Дальше на слайде я покажу там полностью по калькулятору, да, то есть такой формат сейчас есть по выбору. Я думаю, у каждого есть бухгалтер, если же нет, конечно же, можно было всегда обратиться в компанию, в принципе, как и в нашу, как и в любые другие компании, которые там готовы оказать полную консультацию, рассказать. Еще раз говорю, в конце там видео, под ссылкой под видео, да, будет
ссылка на Федеральную налоговую службу. Они предлагают там свою презентацию по выбору системы налогообложения. То есть там более подробно расписано, чем они отличаются. Также в калькуляторе более наглядно будет прописано. Соответственно, до 17.12 подать заявление на патент. Патентная система налогообложения, она остается, да, то есть у нее есть определенные свои нюансы и плюсы, но подача документов требуется как минимум за 20 дней. Так как с 1 января требуется уже начать работу с новой системой налогообложения, поэтому патент требует заранее хотя бы 20 дней, чтобы вы успели полностью все сделать. Не забывайте про те риски, когда если там документально вы что-то допустили в подаче заявления, какую-то ошибку, да, то они повторно будут также рассматривать. Поэтому главное успеть подать заявление. Поэтому лучше возьмите с запасом, начиная с 15-17 числа, уже прям можно бежать в налоговую и, соответственно, подавать новое заявление. Вариантов несколько, дальше мы их рассмотрим. До 30-12 нужно подать заявление на упрощенную систему налогообложения, либо другие системы, да, там, если хотите сельскохозяйственную, там, или какие-то иные другие системы. На общую систему налогообложения, еще раз напоминаю, можно не переходить, вас налоговая по умолчанию с 1 числа переведет, если вы это не сделаете. Что необходимо для того, чтобы сняться с ЕНВД? Надо подать налоговую инспекцию заявление, сдать его в ту налоговую, где организации или ИП стоят на учете как плательщик ЕНВД, и куда сдаете декларацию. Если таких налоговых несколько, то, соответственно, нужно будет в каждую. Форму заявления тоже дальше на презентации будут рассказаны. Какую систему налогообложения выбрать, да? Значит, выбор подходящего режима налогообложения. Как сказал, на сайте налоговой есть отличный калькулятор. В принципе, мы сами как компания его проверяли. Он очень достоверно, качественно сделан. Прописаны, ссылка еще раз ниже под описанием будет. Здесь прописаны все системы налогообложения. В каждую можно перейти, нажать и на ту систему, которую вы хотите. И она, соответственно, вас потребует ввести определенные поля данные. То есть сколько сотрудников, какой примерно оборот у компании, и, соответственно, отсюда уже выдаст вам наиболее подходящую для вас систему налогообложения. Также, перейдя дальше, при каждой системе налогообложения требуется будет заявление. Соответственно, на каждую упрощенную налоговую, там, упрощенная система налогообложения требует уведомления по формату номер 262-1. Это определенное заявление. По каждой системе таких заявлений, они свои индивидуальные. Где же их взять и как их подать, где нас посмотреть. Точно так же, возвращаясь сюда на калькулятор, здесь можно, перейдя в каждую систему налогообложения, там есть формат, что делать дальше, куда мне бежать, куда перейти. Там все понятно написано, нажали как перейти, посмотрели, вам выходит заявление, которое требуется заполнить. Как сказал ранее, да, то есть можно прийти в саму налоговую, можно прийти, обратиться в любую компанию, в принципе, центр технического обслуживания. Также в нашей компании есть такие формы услуг, где мы можем помочь заполнить вам эти заявления и помочь вам их отправить. Соответственно, как это все происходит? Способы подачи. Можно письменно в Федеральную налоговую службу направить лично, либо почтовым отправлением. Ну, конечно же, лучше заказным, чтобы полностью были все отправки уведомлений, чтобы вам потом налоговая не выставила никаких штрафов, а они, я уже там забегая вперед про них, дальше расскажу. То есть они есть, они будут обязательны. Поэтому здесь делаем все правильно и внимательно. Поэтому лучше отправлять, если почтовое отправление, то лучше через курьера, либо каким-то заказным письмом, чтобы у вас было уведомление о получении. Дальше через личный кабинет Федеральной налоговой службы. Но здесь есть ограничения, нужно квалифицированная электронная подпись, либо электронно-цифровая подпись. Она, как правило, сейчас большинство всех есть, поэтому если нету, то также через любую организацию, удостоверяющую центра, в том числе и нашу, можно создать данный ключ. Он идет на один год. Дальше через отчетность. Также нужна квалифицированная электронная подпись. Поэтому есть так. Выделяются три основные, да, то есть либо можно лично прийти, либо по почтовой отправке с уведомлением о получении, либо через личный кабинет Федеральной налоговой службы, да, то есть за счет электронно-цифровой подписи.
Как сказал, еще раз перейдя и возвращаясь там по эти формы заявления в калькуляторе, их можно взять. И также мы прилагаем ниже под видео ссылки на то, чтобы взять сейчас и скачать эти заявления и заполнить. Примеры, да, то есть, как сказал, не буду уходить, углубляться в каждую систему налогообложения. Сейчас, на самом деле, если перейдете в интернете, там куча выложено разных презентаций по каждой системе налогообложения, какая ставка, какой там минимум затрат, за что платится налог, какой процент налога, все это сейчас есть. Я покажу сразу на примере, допустим, исходя из нашего там опыта практики, ну, сейчас, сколько мы работаем с контрольно-кассовой техникой, организации, как правило, приходя, уже там выбрали и работают на определенных системах налогообложения. К примеру, да, там организация, продовольственные магазины, как правило, у них упрощенная система налогообложения. Да, то есть также салоны красоты, к примеру, да, то есть это патентная система. Островок в торговом центре, где там два сотрудника, то есть условно там от 1 до 10 сотрудников, да, и там получается где-то определенный какой-то перечень товара либо услуг, это, как правило, патентная система налогообложения, да, то есть если уже связано что-то с общепитом либо каким-то небольшим продовольственным магазином, это все-таки уже упрощенная система налогообложения. Что же дальше, да, то есть есть еще такое понимание, как называется совмещенный режим работы с системами налогообложения. Здесь отражается следующее, то есть про что идет речь. Соответственно, если у вас сейчас на данный момент вы работаете, допустим, с ЕНВД, да, то есть то вам дополнительно можно подключить вторую систему налогообложения. Соответственно, также точно, допустим, упрощенка может работать с общей системой налогообложения, но никак не может работать с патентом, к примеру, да, то есть и точно так же, допустим, не может работать с патентной системой налога, да, то есть еще отдельно понимание налога на профессиональный доход. Соответственно, здесь про него тоже буквально немного затрону, да, то есть водители такси, к примеру, здесь приведен пример, да, они работают на данной системе налогообложения. Налог на профессиональный доход, он у нас появился, вообще понятие появилось где-то в конце 2019 года, активно развивался в 2020 году его в начале, то есть сначала было пилотно в трех регионах запущено, сейчас официально, то есть у нас брать, если Кировскую область, у нас с 1 июля 2020 года уже официально он введен. Здесь принципы его работы, то есть он сильно очень отличается, то есть это ограниченный вид деятельности, больше подходит на самозанятых, там, где один человек занимается, производит или оказывает сферу услуг, там выделяется определенный процент налога. То есть, соответственно, вот, он не применим, к примеру, для работы с упрощенной системой налогообложения, как и патент. Поэтому они индивидуально, они работают там, каждый, то есть он работает индивидуально для себя. Его даже перерегистрация происходит через приложение «Мой бизнес», можно или там личный кабинет госуслуг, можно его зарегистрировать. Здесь отдельно про него можете почитать, он больше подходит под самозанятых. То есть у нас все равно сегмент тех, сейчас кого мы проводим мероприятия, да, то есть это больше тех, кто будет переходить на упрощенную систему налогообложения, да, то есть кто-то патентный, кто-то на общую систему налогообложения. Для чего все это рассказываю, да, то есть совмещение, то есть это, забегая вперед, даст возможность вам правильно сделать переход, потому что если вы рассматривая, забегая там вперед на буквально хотя бы еще там дней 20, да, то есть у вас получается, вы подали заявление, но есть еще ряд возможностей, которые требуется сделать. Как вот сказал, да, то есть здесь вот налог описан дополнительно, какие системы с какими совмещаются и работают, да, то есть повторяюсь, да, но самое важное, то есть когда вы подадите заявление, ну, это еще не финал всего работы, которая требуется сейчас произвести.
Самое важное, да, то есть мы все помним, у нас уже 3 года идет реформа перехода на онлайн-кассы, поэтому там, государство всех обязало перейти и установить себе онлайн-кассу. Поэтому сейчас получается у каждого практически, кто находится на ЕНВД, есть контрольно-кассовая техника. Соответственно, зарегистрирована полностью налоговая. Вот для того, чтобы перейти, потребуется еще ряд дополнительных действий, не только связанных с тем, чтобы подать заявление по переходу и перейти на другую систему налогообложения, но еще потребуется ряд изменений, которые нужно ввести в настройках контрольно-кассовой техники. Вот здесь, наверное, тоже дополнительно более подробно остановимся и расскажу. То есть, что требуется? Требуется сменить систему налогообложения. То есть, у нас появились некоторые изменения, они появились с июля 2020 года, да, то есть у нас появился ряд требований, которые должны быть в чеке, то есть там большинство уже предпринимателей где-то перерегистрировали кассу, кто-то поставил прошивку под то, чтобы соответствовать, выделять на НДС, там какие-то дополнительные требования. Соответственно, поэтому требуется также сменить и систему налогообложения, когда вы перейдете. Здесь очень достаточно интересно расписано, как это нужно сделать. Да? То есть у нас в рамках закона требуется перейти с 1 января 2021 года. Но как же мне поступить с контрольно-кассовой техникой? Мне же нужно еще работать именно до конца года. И плюс вроде бы дальше праздники, а после праздников я уже должен работать на кассе с новой системой налогообложения. Соответственно, здесь первое самое, да, что потребуется, это правильно подобрать время, рассчитать это время, когда вам нужно сделать. И вот возвращаясь, почему я приводил пример к тому, что можно, допустим, какие-то системы налогообложения совмещать. У кого уже есть контрольно-кассовая техника, и они ей пользуются, кто находится, к примеру, там на упрощенной системе налогообложения, но при этом у них есть ЕНВД сейчас дополнительно, да, то, соответственно, у вас есть возможность следующая, да, то есть вы работаете на НВД, вы планируете перейти сейчас на упрощенную систему налогообложения, у вас есть возможность взять сейчас, прийти заранее в организацию и на контрольно-кассовой технике уже сделать перерегистрацию, добавив упрощенную систему налогообложения. Не забываем, конечно же, есть определенные риски, моменты, связанные с тем, что в момент 1 января, когда вам требуется будет пробить первый чек на новой системе налогообложения, у вас кассир забыла это сделать, и не поменяла настройки в кассе для того, чтобы пробить. Здесь не забываем про штрафные санкции. Они есть, они дальше про них более подробно расскажу. Там сумма составляет там, от 1,5 до 10 тысяч рублей. Да? То есть понятно, что для какого-то там физического лица там штрафы небольшие, но на организацию штрафы достаточно серьезные идут. Да? То есть это условно от 5 до 15 тысяч рублей. Вот, соответственно, поэтому первый момент, можно дополнительно сейчас уже обратиться в компанию Центра технического обслуживания и произвести перерегистрацию контрольно-кассовой техники. Второй же вариант, есть возможность посмотреть, ну, то есть, условно, подобрать такой срок оптимальный, когда вы могли бы подойти в конце года, произвести спокойно все настройки в контрольно-кассовой технике, уйти на каникулы, забрать кассу и там, условно, выходя на работу 2 числа в магазин или там 1 же числа в магазин, вы уже запускаете кассу и работаете с новой системой налогообложения. Таким образом у вас никаких штрафов не будет. Сейчас компания уже над этим трудится, такие как Центр технического обслуживания, да, то есть у них сейчас уже там будут графики висеть, когда кто как работает, для того, чтобы всех вовремя перевести. Большинство, конечно, касс имеют там настройки, где можно самому это сделать, но не забываем, есть риск того, что если какое-то ошибочное действие будет сделано, то есть риск потери фискального накопителя. Вот про это не забывайте, пожалуйста. Соответственно, дальше пункты, да, кто не смог или ни у кого не было контрольно-кассовой техники, да, то есть при переходе на другую систему налогообложения требуется приобрести онлайн-кассу и полностью ее зарегистрировать. Регистрация кассы в связи с сменой системы налогообложения обязательна. При переходе с системы ЕНВД, налог на профессиональный доход, патентная система упрощенная и так далее, на общую систему налогообложения требуется замена фискального накопителя. Да? То есть давайте не будем забывать, да, в рамках 54 федерального закона четко прописаны фискальные накопители, то есть по предыдущей, которую я назвал, систему налогообложения, где были ЕНВД, там, патент,
Как правило, этот фискальный накопитель был на 36 месяцев, а сейчас при переходе, если у вас перейдут на общую систему налогообложения, то там фискальный накопитель идет только на 15 месяцев. Поэтому здесь никуда не деться, придется делать перерегистрацию. В остальных случаях, если вы работали на ЕНВД, но переходите на упрощенную систему налогообложения, либо там сельскохозяйственную, да, то есть вам, в принципе, в этих случаях не требуется замена, только требуется перерегистрация. Дальше проверить актуальность версии прошивки. Да, так как уже пришли в центр обслуживания по кассе, да, конечно же, обязательно проверьте, верно ли прошивка стоит, чтобы вам дополнительно дальше там по всем нюансам соответствовать требованиям в чеках. Есть федеральный закон 290 от 3.07.2016, там пункт 17, статья 7, описано, что с 1.02.2021 года переход на номенклатурную продажу в чеке. Что это гласит? То есть мы с 1 февраля обязаны будем перейти полностью на продажу. В чеке должно фигурировать обязательно наименование товара. Не какая-то свободная цена, не просто цифра, а конкретно наименование товара. Если компания занимается продажей шампуня, то должно быть написано шампунь, такой-то объем, название такое, цена такая-то. Это обязательно. Теперь есть полная картотека, там полных наименований по штрих-коду, то есть можно полностью забить. Также про это не забываем. То есть здесь условно осталось практически 2 месяца на то, чтобы полностью всю номенклатуру своего магазина ввести в контрольно-кассовую технику. По возможностям, как это сделать, можете также обращаться в нашу компанию, либо в сторонние другие компании. Так, ну и, соответственно, возможность дополнительно произвести диагностику КТ, да, то есть если там давно что-то с ней не проверяли, не смотрели, также дополнительно пришло время, да, то есть можно посмотреть механизм, может быть, у кого-то что-то подходит к концу. Вот эти моменты требуется сделать при там обращении в центр клинического обслуживания с кассой. Вот эти моменты нужно будет обязательно учесть. Поэтому еще раз углублюсь, да, то есть если у вас условно требуется заменить в кассе систему налогообложения, то вы обязаны это сделать до первого пробития чека в 2021 году. То есть, условно, если у вас там, вы работаете с 5 числа января, то вы, выходя 5 числа января на работу, вы обязаны уже на кассе пробить чек первый с новой системой налогообложения. Если этого не произойдет, компания будет оштрафована, так как чеки сейчас автоматически сразу уходят в налоговую. Вот эти моменты, пожалуйста, не забывайте. Какие штрафы за неправильную систему налогообложения? Да, ответственность прописана. Соответственно, штрафы, как я и сказал, юридическим лицам идут от 5, там, примерно до 10 тысяч рублей. Должностные лица от 1,5 до 3 тысяч рублей. Ну, вот если вы вдруг что-то неправильно пробьете, да, там штраф будет на юридическое лицо 10 тысяч рублей, на должностное лицо 3 тысячи рублей. Вот эти моменты тоже стоит учесть, потому что здесь, в принципе, еще раз сказал, чеки будут уходить сразу в налоговую, вы моментально это все узнаете, если у вас будет сделано неправильно. Еще самый важный момент, который не отразил здесь, да, то есть не забываем, что если вы это не сделаете, вы вдруг что-то просмотрели, вы где-то отдыхали, вы каким-то моментом упустили, что будет замена перехода от ЕНВД, отменяется, и вы не успели это сделать, налог у вас автоматически перейдет на общую систему налогообложения. Соответственно, здесь что это означает? То есть вы, по сути, уже перейдя на контрольно-кассовую технику, пробив первый чек, вы будете оштрафованы, если это не сделаете. Второе, то есть вам нужно будет в вашей контрольно-кассовой технике поменять фискальный накопитель. Ну или там вам нужно будет идти в налоговую, перерегистрировать опять на другую систему налогообложения, ждать порядка там 20 дней, пока это рассмотрят. То есть этот процесс затягивается, и в этот момент оказываетесь в таком плену, когда вы не имеете права продавать на кассе и не можете осуществлять свою деятельность. Поэтому лучше сделать все заранее и не уходить в такой просрок долго. Дальше. Что же еще раз нужно сделать при отмене? Первое. Выбрать другую систему налогообложения. Изучить особенности других систем налогообложения. Рассчитать выгодность системы налогообложения. Калькулятор еще раз будет приложен, можно через него полностью это сделать. Работает отлично. Подать заявление на уведомление ФНС.
также описали, рассмотрели варианты, каким можно вот это способом сделать. То есть еще раз, можно обратиться там, в любую из компаний, аналогично нашей. Да, конечно же, будем рады, если обратитесь в нашу компанию. Мы здесь готовы оказать, помочь заполнить заявление. Если же есть электронно-цифровая подпись, соответственно, сразу же можем отсюда ее отправить. Да? То есть либо вы можете лично прийти в налоговую, по образцу заполнить, подать у них. Не забываем про сроки 17 и 31. Но еще раз говорю, лучше брать запасом там 2 дня. Да? То есть возьмите лучше 15 и 30 числа, чтобы перейти на систему налогообложения. Не забываем патент. Сказал, лучше 15-17, упрощенка и другие системы налогообложения. Лучше там ну, за 2 дня хотя бы явиться и там направить эти документы. Да. Дальше. Перерегистрировать кассу, указав другую систему налогообложения. И начать вести учет на новой системе налогообложения с 1 января 2021 года. Вот эти моменты нужно будет обязательно сделать до 1 января. Вот. В принципе, мы, компания, вот на этом я бы хотел, наверное, завершить. Здесь, в принципе, раскрыли все моменты, которые есть. Под видео будет отражено все, что озвучил выше. Также доступ там, к презентации также будет приложен. Еще раз большое спасибо за внимание. Надеюсь, рассказали все моменты, которые требуются. Да, то есть... Еще раз, если вдруг какие-то есть сомневания, сложности, не знаете, куда к кому обратиться, вот, пожалуйста, тут номер телефона отражен, можно по нему позвонить, и мы, конечно же, проконсультируем и поможем вам заранее сделать. Но сейчас уже открыт в нашей компании график по записи людей на переход, перерегистрацию ККТ, да, так как мы понимаем численность, сколько да, людей сейчас на МВД работают, то есть там поток будет большой, и прошу вот эти моменты не забывать, что и сам кабинет налоговый при перерегистрации он требуется, да, то есть в каких-то моментах нужно будет это сделать, поэтому вот эти моменты все учтите, следите за новостями, мы видео будем проходить, записывать регулярно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.